поднятие вибрации, установка защиты и первичная связь с Высшим Я. Связываться с Высшим Я можно только по запросу? Вам уже просто ответы, они льются, они как вот поток, как река, и вы даже не успеваете это ловить, да? То есть это настолько вот просто естественным образом польется. Волна тяжести придавливает вас своей тяжестью, погружая все глубже и глубже в состояние глубочайшего транса, так необходимого вам. Дыхание ровное, спокойное, ритмичное. И обычно из трех, и пошел подъем вибрации. 1, 2, 3, пошел набор вибраций. Но это вообще возможно, вдруг это какая-то ерунда. Результат, он не важен совершенно. Он пробовал себя, он развивался в этот момент. В этом процессе есть самая вот важная часть воплощения.